Кыргызском национальном академическом драмтеатре имени Токтобулот Абдымамунова состоялась премьера спектакля «Спасибо тебе, Шекспир». Пьеса народного писателя Азербайджана Эльчина Эфендиева ставилась на многих мировых сценах. Также в честь 60-летия заслуженной артистки Кыргызстана Сайрабыбы Мырсалиевой организовали творческий вечер. Подробнее в следующем материале. Сайрабыбы Мырсалиева работает в Кыргызском национальном академическом драмтеатре имени Токтобулота Абдымамунова с 1979 года. С того времени, как она впервые перешагнула порог театра, актриса исполнила около 100 ролей. Также она является обладательницей многих международных наград. Не мудрено, что в спектакле «Спасибо тебе, Шекспир» народного писателя Республики Азербайджан Эльчина Эфендиева главная роль досталась Сайрабыбы Мырсалиевой. Режиссер, албетте, талабы чоң болду. Под руководством режиссера и художественного руководителя Назыма Мендебаирова успели поставить пьесу за такой короткий срок. Я очень волновалась и переживала, как же зрители примут новый спектакль. Надеюсь, что он всем понравился. Мы поговорили со зрителями и узнали их впечатления после просмотра спектакля. Рахмат сага Шекспир деген аябай кызык болуп тур, мааниси да өтө терең. Спектакль мне очень понравился. Здесь заключен глубокий смысл. Главная героиня, которая многие годы работала в театре, начала болеть психическими расстройствами. Ее отправили в психбольницу, и там она все время искала своего Ромео. Когда осознаешь истинную мораль, то, что хотел донести автор, хочется плакать. В целом на постановку спектакля ушел месяц, ведь в главных ролях играли заслуженные артисты Кыргызской республики, иными словами, профессионалы своего дела. Важное значение имело и мнение художественного руководителя Назыма Мендебаирова, который, поверив в потенциал творческой группы, не побоялся реализовать проект за столь короткий срок. В связи с этим выбрали эту пьесу. На постановку, на репетиции вообще выделены ничтожное очень мало времени. Ну, в связи с тем, что у нас идет постоянный текущий репертуар. Вечером каждый день спектакли, ставятся другие еще спектакли. Есть некоторые спектакли, которые мы восстанавливаем. В общем, в связи с этим нам нужно было репетировать, в кратчайшие сроки выпустить этот спектакль. Мы, к счастью, успели к этому. И это все благодаря труду наших актеров. Вообще актерский состав Кыргызского драматического театра – это один из самых сильнейших. Главные герои пьесы «Спасибо тебе, Шекспир» в исполнении таких выдающихся актеров страны, как Сайрабыбы Мырсалиева, Бориса Кочербаева, Кумандор Абылов, Турганбыбы Бобекова, будто ожили на сцене. Алина Хайдаршина, Наргиз Османалиева, Айдарбек Тимиралиев, Джентай Макенов, «Пирамида».